Всем привет, дорогие мои, с вами Кунова Аня, проект Фаберлик Онлайн, и в этом видео мы с вами поговорим о куче всяких разных VIP-новиночек. Да, вот такой вот у меня длиннющий получился чек, да, кому интересно, это все VIP-новинки. Решила поменять полотенчики, поэтому больше взяла. Вот, ну что ж, много чем помылась, попользовалась и так далее, вот не пользовалась вот такой вот красотой. Но давайте пойдем с вами по порядочку. Во-первых, это Арванта. Ну, слушайте, это какая-то мох, сладкий мох, я бы так выразилась. Мне очень понравилась эта вода, такая вот у нее коробочка, такое оформление, артикул 3329. Значит, основные ноты у нее идут клубника, жасмин и дубовый мох. Сколько бы я его не наносила на себя, конечно, в первую очередь я чувствую горчинку моха в самом начале, а потом аромат начинает раскрываться, и вот эта вот сладкая свежесть, очень мега приятная, нежная такая, вот знаете, какая-то неоднородная, да, то есть какая-то неповторимая. То есть тут в составе есть фиалка. Я очень люблю аромат фиалки, обожаю просто. И как раз вот лесная фиалка и жасмин решительно целятся прямо в сердце. Очарующая амбра, мускус и яркий древесный аккорд пленяют без боя. Вот. И как раз вот эта вот фиалка, когда она уже выходит после мха, вот там я кайфую в несколько раз больше. Рекомендую эту водичку, попробуйте пробник. Очень спорная вода, на мой взгляд, но мне очень понравилось. Я хочу ее слушать, носить на себе, я хочу вдыхать ее аромат. Даже вот сейчас, прямо во время ролика побрызгалась. Очень приятная, да, но спорная. Она понравится не всем 100%, мой нос прям на пятерочку ее воспринял. В общем-то, да, красота еще та, вот, если что, вот, прям подробное такое описание, артикул 3329. И скажу, что понюхав пробник, девушка одна у меня уже заказала такую водичку. Вот, я ей прям VIP-новинку буду продавать, представляете? Поэтому у меня две воды в одном обзоре, вот так вот бывает. Дальше. Не забываем, что у нас с вами каталог будет двухнедельный каталог, третий, с 12 по 25.02. То есть совсем малюсенький, всего 14 дней, и у нас с вами будет просто супер-мега акция, по которой я когда-то выиграла поездку в Калининград. Сейчас будет 10 призов по 100 тысяч, 100 призов по 10 тысяч, 1000 призов по 1000 рублей. В общем, компания в нас вкладывает, обалдеть не встать, сколько, и плюс сами карточки, сколько будут призов еще, да. Правила, ну, я думаю, тут все прозрачно, буквы крупные, кто с компьютера, легко их все прочитает. Просто великолепно, здорово. И также у нас с вами появляется еще такая вот новинка, называется «Управлять временем, твоя суперсила». Тут плащ на девушке нарисован. Это маска для лица 7 дней совершенства, 7 штучек. Значит, это набор из 7 двухфазных масок в индивидуальных упаковках каждая. Нужно смешать текстуры между собой, потому что они состоят из плотного геля. Поэтому давайте с вами будем сейчас смотреть, испытывать на практике. Мне лично очень интересно. Ну что ж, будем вскрывать эту красоту. Нежный крем идет с биоактивным сверциамарином и центеллой азиатской, которая разглаживает морщины, регенерирует кожу и глубоко увлажняет. Ну, слушайте, тут прям немало крема, прям должно хватить на всю прям шею и декольте, прям его очень много, да, то есть он весь одинаковый. И плотный гель с экстрактами овса, граната и корня солодки обеспечивает антиоксидантный эффект, выравнивает микрорельеф кожи и дает ей сияние. Ну что ж, будем с вами пробовать эту красоту. Так, открываем. Значит, тут удобная есть открывашечка. Ух ты, как туго. Ага, то есть открыли. Вот такой вот прям гельчик. Так, берем кисточку. У меня такая вот старинная кисточка. Кстати, это Фаберлик. Просто буквы Фаберлик уже истерлись или их там не было. Я уже не могу вспомнить. Ну и поехали. Я перемешаю ее прямо тут. Я видела, что кто-то в тарелочку перекладывает, там мешает. Я так не поняла, зачем, когда можно вот так сделать. Так, в общем-то, давайте все перемешали. Перемешали. И сейчас будем с вами накладывать. Ой, какая нежнятина. Слушайте, а запах какой? Запах, слушайте, ну практически нет. Но это после Арванты такой какой-то нежнятинный, нежный запах. Наносится очень легко. Такая склизенькая, приятная. Чувствуется, что тут гельчик, он прям будет увлажнять очень хорошо. Ну просто супер. Так, а на самой упаковочке что написано? Значит, эксклюзивный набор из 7 бифазных масок. В сердце каждой крем с биоактивным сверциамарином и центеллой азиатской, который способствует разглаживанию морщин, активизирует регенерацию кожи на клеточном уровне, обеспечивает глубокое увлажнение. Внешняя оболочка маски, плотный гель с экстрактами овса, граната и корня солодки, обеспечивает мощный антиоксидантный эффект, выравнивает микрорельеф кожи,
который дарит ей сияние. Используйте 2-3 раза в неделю или по мере необходимости. Каждая маска заключена в мини-капсулу. Удобно брать в дорогу. Ну что ж, посмотрим. 0,659, 7 штучек. Так, очень хочется попробовать. Давайте будем пробовать. Ну, слушайте, красота какая. Наносится прям легко. Написано избегать области вокруг глаз. Но я вот тут чуть-чуть на косточку заехала. Я думаю, что ничего страшного не будет. Так. Угу. Великолепно. Я сейчас только что из душа. Конечно же, чтобы маски от Faberlic хорошо работали и действие было бы великолепное, мы с вами должны понимать, что нужно иногда хотя бы раз в неделю, но если кожа сухая, вот раз в неделю нужно скрабировать лицо, да, то есть делать какие-то очищающие еще масочки вдобавок. Ну, слушайте, мне прям нравится. Написано подождать, пока впитается. Ну, будем ждать. Кожу век мы не трогаем. Угу. Так, ну и остаточки на шею. Да, шея. Волосы надо было забрать. Волосы помыты нашим новым шампунем. Скоро я вам тоже про него расскажу в этом же самом ролике, только чуть позже. Ну, слушайте, мне нравится. Вот тут, значит, чуть-чуть вот осталось. Хочется, конечно, дорасходовать и посмотреть эффект. То есть, ну, прям так, задеваю микрофон, да? Но мне кажется, даже многовато. Или правда нужно подождать, я не знаю. Но, на мой взгляд, многовато прям этого геля. Вот. Как бы. Но если полностью всю зону декольте еще обрабатывать, то все равно, мне кажется, многовато. Но так-то крем прям скользит так здорово. Кстати, маска, вернее. С ней можно даже поделать массажик немножечко. Прям шикарно. Ну, слушайте, да, впитывается. Сколько я сижу? 35 секунд, получается, я сижу. Так, ну все, кстати, практически впиталась. Хотя столько много было. Ну прикольно, ребят, прикольно. Мне нравится. Ощущение приятное, липкости вообще нету. Хотя слой такой был, ну, не маленький. Ну что ж, подожду минут 5 хотя бы и вернусь к вам с более впечатлениями. Или даже, наверное, 10 минут подожду. Ну что, ребята, прошло немножко больше, чем 10 минут даже, потому что ко мне пришли гости. Мы посидели, поболтали. Честно скажу, что масочка впиталась целиком. Шикарно, лицо готово под макияж. Ее можно на ночь. Подушка не заморается, то есть все великолепно. Вот, честно сказать, сюда бы поменьше, а вот сюда бы побольше. На шею чуть-чуть как бы не хватило, шея прям скушала все целиком и сразу. Вот вы представляете? А так, на самом деле, вообще очень крутая маска, клевая и классная. В общем, буду тестировать и сниму ее как можно быстрее в рубрике «Пустые баночки». Очень интересная штука, которой, конечно, нужно пользоваться. Далее у нас с вами идут вот такие вот новинки. Во-первых, это гель для душа с артикулом 3375. Во-вторых, это шампунь-бальзам 2 в 1, тоже камелия, с артикулом 1472. Ну и в-третьих, это крем для рук, тоже камелия. То есть это такие как бы наборчики, в принципе, очень красивые, клевые, классные. Как вы видите, гель для душа я именно этот расходовала, посмотреть запах, потому что мне больше всех понравился этот запах. И вот тут по сравнению с другими, да, как вы видите, полный этот уже немножечко начат. Ну вот, в принципе, столько нужно, чтобы пару раз намылиться и смыться. Великолепно пенится, очень хорошо. Объем 200 мл. Ну, могу сказать, что тут упор просто то, что он нежный, сладкий аромат идет камелии, который дарит чувство уюта и спокойствия. На самом деле у него такая вот густоватая консистенция, видите, да, еле-еле-еле течет. И запах у него такой горьковато-цветочный, тоже очень-очень приятный. Такая вот легкая-легкая присутствует горчинка и вот эти вот цветы. Прям супер. Далее идет шампунь-бальзам. Он реально такой, так прям бережно очищает, питает и облегчает расчесывание. Волосики реально такие клевые, классные. Ну, вы их у меня уже видели, хорошие, рассыпчатые. Но я все равно чуть-чуть бальзамчика нанесла после мытья на кончики. Потом бальзамчик смыла и потом нанесла несмываемую сыворотку. Все равно мне это очень-очень нужно было. То есть они, хоть это и 2 в 1, но так как я блондинка, я крашусь часто в белый цвет, он для меня слабоват. Артикул 1472.
72. То есть очень такой приятный, клевый, классный аромат. Мне он безумно-безумно понравился. Прям вкуснятина еще там. Я прям кайфанула с него. Далее крем для рук Камелия 75 мл. У него немножечко отличается аромат, честно с вам скажу. Но они очень похожи, они очень одинаковы. Значит, он быстро устраняет сухость, питает, смягчает кожу. То есть, как бы все в одном, мне лично понравилось. Впитывается хорошо, липкости никакой абсолютно нету. Как бы ощущение того, что там что-то лишнее на руках, оно быстро исчезает. То есть я его и вчера попробовала, и сегодня я его потестировала, по-моему, вот тот фиолетовый, да. То есть мне понравилось, ощущения очень-очень приятные. Следующее по страничке, по новинкам, это идут такие вот красавчики. Если снизу, пойдемте снизу, это аромат жасмина. Тоже красота еще та. Как вы видите, шампунем я пользовалась как раз ароматом жасмина. Ну, в принципе, клевый, классный. И я вам могу сказать, что этот шампунь по свойствам ничем не отличается от предыдущего шампуня. Единственное, что вот эта вот крышка, она у всех шампуней не очень удобная. Он густой, как вы видите, да? И из-за того, что он так густоват, его надо ставить все равно, чтобы все до конца вылилось, наоборот. А это как бы не особо устойчиво, хотя в принципе стоит. Тоже как бы вот этот момент осталось только продумать, потому что предыдущие были как бы вот удобнее, да, вот эти ароматы там пиона был, еще какие-то ароматы, помните, да. Единственное, это, конечно же, нарекание к упаковке, да, то есть если вы делаете что-то более-менее густое, а он такой тоже шампунь, давайте я вам покажу. Шампунь такой не идеально жидкий, да, видите. Он еле-еле течет, потому что он шампунь-бальзам, все равно хотелось бы его наоборот ставить. А так он хорошо моет, хорошо отмывает, запах приятный, пенится хорошо, голова после него не чешется. Уже прошло, наверное, часов 5 после того, как я его помыла. В общем, 14,71, классный, рекомендую. Пусть он стоит и совсем недорого, 100 рублей, но он того стоит. Далее. Составляющая набора жасмин идет шампунь-бальзам тоже 2 в 1. Реально свежий, изысканный аромат жасмина, реально очень-очень приятно. Голову я им, конечно, не мыла, но я так понимаю, что они все одинаковые, просто у них разные ароматы. Написано, что для всех типов и все такое прочее, да, то есть весна, время пробуждения, восхитительный союз весенней красоты и настроения, свежий изысканный аромат, гель бережно очищает кожу, не пересушивает, да, то есть все, я считаю, что это тоже нормально, гель для душа. Так, гель для душа идет с артикулом 3376, ну и такой вот кремушка, тоже довольно-таки беленький, легонький, симпатичненький, да, то есть вот хорошенький такой. Он тоже идет обычный. Крем обеспечивает полноценный уход за кожей рук и кутикулой, обладает питательными и смягчающими свойствами, которые устраняют сухость кожи. Все, больше ничего не написано. Ну, на самом деле легкий такой, очень приятный крем. Мне понравилось. И эффект, и все, мне очень-очень понравилось. Далее, третье, это, конечно, мое восхищение. Мне очень понравился именно утонченный и элегантный аромат фрезии. Очень-очень понравился. Я с великим удовольствием вот это дело израсходую, наверное, даже в первую очередь. А, да, ну да, очень приятный, чем-то напоминает фиалку, я бы даже так сказала, очень так приятно. И, кстати, вот тут вот есть еще так вот, да, то есть можно вот таким образом такие вот наборчики на 8 марта дарить. Будет людям весьма приятно. То же самое жасмин можно, например, сочетать с лимоном, тоже будет очень красиво, да, не находите. А это мыло ручной работы можно будет сочетать с камелией. Тоже очень красиво получается и здорово. Я уже знаю, что я буду на 8 марта Викиным воспитателям дарить. Надеюсь, они меня не смотрят. Ну что ж, значит, 2 в 1 шампунь-бальзам идет с артикулом 1470. Аромат просто обалденный. Еще раз повторюсь, напоминает фиалку. Дальше с артикулом 3374 вот такой вот гель для душа. Значит, и крем для рук с точь-точь такой же аннотацией, точь-точь такой же, да, оказывает активный увлажняющий действие. А, этот увлажняющий усиливает способность кожи удерживать влагу, устраняет дискомфорт, сухость, шелушение, уменьшает чувство стянутости. То есть тут немножечко другая аннотация, но тоже он классный. 3385 артикул, аромат безумный просто. Мне вот такой, пожалуйста, везде и всюду. Ну и как вы поняли, у нас появились мыльца ручной работы. Первая мыльца — это нежный такой вот персиковый аромат. Боже мой, как они хорошо упакованы, я бы вам сказала, да. Значит, у персикового аромата, название у него «Цветок персика», и артикул у него идет 3377. Все мыло идет по 100 грамм, то есть объем такой немаленький. А мыло это считается ручной работы, то есть вручную замешивают, перемешивают.
Но запах у него весьма нежный. Я бы не сказала, что, например, этот персик, он бьет в нос. Крепость мыла, ну, такая, оно чуть-чуть, конечно, гнется, но не сильно. Приятные и запах в нос не бьющий. Далее такой же аромат лимона, тоже такой нежный, не бьющий в нос аромат. У лимона у нас идет артикул 3378, но это не совсем лимон, это цветок лимона. То есть давайте все-таки откроем, я послушаю аромат вживую. Мне очень интересно узнать вживую аромат. Какие тут, да, черные какие-то вкрапления очень интересны. Нет, лимон лимоном, обычный аромат лимона. Я бы так сказала, не пойму, что тут такое черненькое. Да, ну что-то вот есть тут, какие-то палочки, еще что-то, наверное, вот для красоты что-то сделали. Но тут прям реальные палочки, то ли это скрабирующие свойства какие-то, то ли что. Но они вот везде, вот эти черные палочки в мыле. Так, ну и последний аромат очень мне понравился и запал в душу. Очень приятный вкус. Это, конечно же, сирень. Артикул 3379. Я обожаю, вот, знаете, когда приходит время цвести сирени, у нас в нашем дворе, хоть мы и в городе живем, очень много цветущей сирени. И есть и белая, и вот такого цвета сирень, да, то есть и вот прямо очень-очень супер-мега вкусно. Смотрите, во-первых, да, как оно просвечивает, прям видно, да, и кольцо, и все. Да, то есть такое вот прям мыльце. И вот как раз идешь, и вот этот запах на улице стоит. Прямо один в один, очень-очень натуральный аромат сирени, прямо до невозможности. Ой, вообще, вот этот фиолетовый набор хочется всем дарить. Надеюсь, он всем и понравится. Очень вкусный, классный. Прям рекомендую, побалуйте себя. Очень сильно приятно. Далее, тушь Miss Curl. Она очень интересная. Она такая же точно, как и предыдущая Miss Curl. Честно сказать, что все-таки тушь Next Level, моя любимая, мне понравилась больше, чем вот эта Miss Curl. То есть у Next Level лучше длина, лучше объем. Ну и Miss Curl, можно сказать, если Next Level для меня, например, по 5-балловой шкале на 5, то Miss Curl на 4, даже не на 3. То есть тоже, в принципе, реально возможно накрасить ресницы. Все хорошо, все здорово. Но все-таки тушью Next Level я восхищаюсь больше. Она больше подошла моим ресницам и моим глазам. Приятного просмотра. Сейчас включится еще один ролик. Ребята, всем привет! Сегодня хочу сама лично, очень много хороших отзывов, но хочу сама лично попробовать вот такой тушь. Тушь Miss Curl. Наша новая новинка. Но это хорошо забытая старая новинка, да, то есть корпус у нас идет золотистый, а сам колпачок туши серебристый. Артикул 567-61, вот такая вот красоточка. Кисточка у нас силиконовая, такая вот изогнутая, очень-очень интересная. Ну что ж, поехали. Первый раз держу эту тушь в руках, очень интересно. Да, ну на первый раз она кладется очень скромным слоем. Можно сказать, просто покрасила реснички, да, если взять вот эти вот, на них тени попадали, да, и мои. Ну что ж, посмотрим, что ж там дальше будет после высыхания. Вот что заметила, за счет того, что кисточка силиконовая и очень грубая, ей удобно прокрашивать межресничку. То есть я не люблю межресничку подводить, но все-таки люблю ее прокрасить потом в итоге тушью, то есть мне так больше удобно. Ну что я вам могу сказать, тушь не объемная, на мой взгляд. Так, что же нам про нее обещают? Значит, нам обещают идеальное подкручивание, удлинение, веерный объем с помощью кисточки такой, да. Придает она заметный объем, восхитительную длину, делая взгляд более открытым и выразительным. Дальше, значит, устойчивая текстура, фиксирует изгиб ресниц на весь день. Анатомическая силиконовая щеточка повторяет форму глаза и поднимает ресницы от корней. Итальянская формула, и она, получается, протестирована и одобрена офтальмологами и дерматологами. Ну вот смотрите, вот сейчас я нанесла, она у меня подсохла, и я начала наносить второй раз. Ну, могу сказать, что тушь нормальная. Объем на второй слой уже кладется. Он уже есть. Длина тоже появилась. Ну, обычная тушь, я бы так выразилась. Не могу сказать, что она прям супер крутая. Ну, и не могу сказать, что она там какая-то плохая. Просто, ну да, хорошая тушь. И все мы с вами знаем, что когда первый раз тушь открываешь, начинаешь ей краситься, она, ну, не такая клевая, как, например, на второй и на 10 раз. То есть ей тоже нужно шанс дать раскраситься.
Ну, как бы пока я, мне кажется, что все-таки. Ну, как бы объем есть, да, вот они, мои реснички, красотки. Вот реснички Miss Curl. Ну, как бы, да, хорошая тушь. Можно заказывать. Я бы сказала, что даже очень даже великолепно, да, то есть, ну, разница есть большая. Да, вот смотрим так и смотрим так. Да, то есть, разница, конечно, небывалая. Но все-таки больше всего мне нравится тушь Next Level. Пока ей равных еще Faberlic не выпустил. Обалденная тушь 55-378. Я бы сделала ее даже в два раза дороже за ее качество, за ее офигенские крутые качества, прошу прощения за сленг. Вот эта тушь, она реально круче. Не знаю. Вот смотрите, вроде бы тут и красивее, и все, но вот эта красотка, она со мной всегда. На все мероприятия, она со мной всегда, на все поездки. Сейчас попробую еще подсохло третий слой нанести. Но третий слой уже нет, ребят. Третий слой уже некуда. Она уже будет комковаться, наверное. Угу. Все же, вот тушью Next Level я это делаю с первого раза. Вот серьезно. Не нужно ничего ждать, поэтому хорошая тушь. Израсходую с превеликим удовольствием. Но останусь верна своей Next Level любимице. Кстати, очень крутой объем удлинения дает тушь It's Clear. Мне она тоже безумно-безумно понравилась. 58-75 артикул. Вот эта тушь тоже очень бомбовая. Вот я сейчас этой Miss Curl пыталась накраситься. Слой второй и третий, у меня ничего не получается. Вот смотрите, вуаля. Я начинаю подкрашивать. И у меня сразу же появляются ресницы. О, видите, сразу. Мгновенно. Но на камеру, конечно, не так хорошо видно. А вот вживую я просто Miss Curl красила-красила. Да, эффекта можно добиться клевого. Да, он действительно подвивает, реснички ставит, и они стоят. А, но это долго. А тут раз-два и все. И эффект есть. Вот в чем проблема у туши Miss Curl. Это для тех, кто любит долго краситься. Я люблю раз-два и пошел. И она удлиняет отлично. То есть сделать точно такие же ресницы, как и тут, это надо тоже накрасил, подождал, пока высохнет, минуту-две, потом опять накрасил, опять подождал, накрасил, подождал. Ну, это не мое, если честно. Дальше у нас с вами пойдет увлажняющий плампер для губ Glam Rose 4 мл. Я его уже вскрыла. Вот эта вот наклеечка вот так была заклеена, что до вас никто этим не пользовался. Но могу сказать, что он супер-мега блестящий. На губах он очень сильно блестит. Есть какое-то немножечко тепло. Но чем он хорош? Значит, я его вчера нанесла и почувствовала, что это реально тройное увлажнение. Как указано в каталоге, это сквалан, гиалуроновая кислота и витамин Е. Во-вторых, это реально очень красивый зеркальный блеск, губы просто блестят. Это можно наносить поверх любой помады, мне кажется. И это можно наносить просто так самостоятельно. Он абсолютно бесцветный, он просто очень сильно блестит. Но в нем нет никаких блесток, пигментов, еще что-то. Это вот такая вот однородная масса, просто очень сильно блестящая. Ну и, конечно, в итоге действительно я получила гладкие, мягкие, напитанные губы с первого нанесения. Вот. И он придает губам заметный объем. Это действительно так, но мои губы в этот раз не пекло, как в предыдущей. Знаете, такое вот тепло было очень приятное и еле уловимое это тепло. Вот если быть чем-то занятым и болтать, и болтать, и болтать, то это тепло, оно даже, можно сказать, на него можно не обращать внимания. Вот оно такое еле-еле уловимое тепло. В общем-то, приятная штучка. И вот эта вот прозрачная гелевая текстура, она разглаживает микрорельеф губ, заполняет неровности, морщинки, устраняет шелушение. То есть его можно, например, перед макияжем нанести, потом подстереть, и губки будут увеличены, хорошенькие, и как раз таки нанести какую-нибудь помаду сверху. Да, то есть 46502, в принципе, приживется в моей косметичке. Он действительно очень-очень красивый. И очень вкусный, очень-очень приятный. Далее у нас с вами вышла новинка. Amore Dizziac. Вот такая вот. Ну, что я могу сказать? Эта водичка, в принципе, она мне нравилась. Но когда она вышла в мини-версию, я удивилась. Обычно мини-версии выпускаются только если вода человеку, как даже сказать, понравилась. Тут, конечно же, такой очень спорный аромат, который мне нравится. Да, еще раз повторю. Но он
очень такой интересный. Он такой вкрадчивый, неяркий, горьковатый. То есть в Аморе Дизиаке, да, основные ноты это мускус, экзальталит, рамандалит, амбрах супер и атракталит. Она очень интересная, эта вода. И вот этот Аморе Дизиак, он, как вам даже сказать, это вроде бы цветочный амброво-мускусный аромат, да. Он идет со сверхдозой молекул аттрактантов и получается такой вкрадчивый, горьковатый привкус, который не всем нравится. Поэтому вот эти духи с артикулом 3062, это, конечно, спорный вариант, но я кайфую. Да, допустим, там 1-2 раза в недельку я ими всегда пользуюсь. Они у меня стоят в фаворитах на моем столе, они мне реально нравятся, и я реально ими довольна. Вот, и вот это вот такая вот вкрадчивая горчинка. Я ни разу в жизни нигде такой аромат, кроме как Фаберлик, вообще не встречала. Поэтому рекомендую попробовать хотя бы пробник. Очень интересный вариант. Дальше у нас с вами идет такая вот туалетная водичка Candy Story. Она идет 30 мл. Это очень сильно яркая фруктовая карамель, розовый вишневый сироп. Вы знаете, я вам честно скажу, что первые там полчаса, кроме вишни, я ничего не почувствовала. Вот серьезно, вообще ничего. Я ее первую слушала, когда мне пришли новинки. И вот этот яркий цветочный какой-то аромат вишни, не вишневых цветов, а именно вишни в каком-то сиропе замоченной, да, то есть вот в такой сладкой вишни, крутой вишни, да, то есть что-то такое вот интересное. Вот, прямо приторно так, очень сильно сладко. Потом оно превращается в какую-то вот карамель и розу. И карамель такая слегка подгоревшая, что ли, да, вот. Ну, это мое личное мнение, вот я чувствую вот этот аромат подгоревшей карамели, можно так сказать. И розы, ну, может, даже если она и есть, то не для моего носа. Я розу, если и чувствую, ну, я чувствую, что это нечистая вишня и все. То есть розу я практически не чувствую. Очень интересное, но мега яркое сочетание. И на первый взгляд для меня это вишневое какое-то вот варенье. Честное слово, вишневое варенье, вишневый сироп, вот что-то такое. Вроде бы как вот так. Не знаю, наврала, не наврала, не знаю. Ну, в общем-то, вот как-то так получилось у меня описать эту воду. Вода мне, в принципе, не отталкивает, но я не могу сказать, что... А вот, кстати, Аморе Дизиак, полноценная версия. Стоит довольно-таки недешево, как вы видите. Артикул 382 у полноценной версии. Вот, но вот я, например, на подарок ее, да, не рискну никому подарить. Вот, но сама с превеликим удовольствием пользуюсь. И у меня были на нее заказики, когда девчонки приходили, спрашивали: «Аня, чем у тебя так вкусно пахнет? Можно ли попробовать на себе?» Да, то есть я им на ручку там еще где-то пшикну, они послушают аромат, походят с ним, потом могут в этот же день или на следующий день позвонить и сказать: «Аня, закажи». Да, то есть, ну, нету как бы вообще отрицательно, что там «фу, чем от тебя воняет». Нет, такую, конечно, ни разу мне никто не говорил. Ну, вот, и даже были заказы. То есть он такой, знаете, вот, ну, прям реально 5 молекул притяжения. По-другому не скажешь. Очень приятный, и с него как будто вот и на душе приятно становится. Он как будто вот поднимает настроение, что ли. Вот не знаю даже, как и выразиться. Далее у нас с вами идет очень интересный штамп. Я его, конечно, очень ждала, мне хотелось попробовать. Мы уже вчера с Иришкой Перемечевой, с моей подругой и держателем пунктом выдачи, и моим директором первой линии это все дело попробовали. Ну что, значит, штампом мы поставим отпечаток во внешнем уголке глаза, чтобы задать направление, какое нам хочется, да, такая вот подводка. И потом дорисовываем стрелку, сколько нам нужно, нам обещают 12 часов стойкости. Так и называется стойкая двухсторонняя подводка. Маркер со штампом для стрелок, артикул 56 76,5, экстремальный черный. Вот такая вот штука-дрюка двухсторонняя, такой вот тут штамп. Давайте я прям буду все увеличивать, вам показывать. Такой вот интересный штамп, видите, да? И вот этот штамп нужно штампануть на глаз и дорисовать стрелку. То есть, ну, давайте попробуем сначала на руке. Вот так вот он отпечатывается. Я так понимаю, лучше 2 раза или вот так вот поводить. Тогда будет чистый отпечаток. И вот этот вот уже отпечаток получается. Да, вот таким образом его уже нужно вот до стрелочки дорисовывать. То есть довольно таки толстый. Интересно, если боком сделать. Ну да, боком не очень получится штампануть. Если, ну, если хочется тонкую. То есть тонкая стрелочка тоже может, кстати, неплохо даже получиться, да, видите? Может получиться толстая и тонкая, какую хочется. То есть таким вот образом. Ой, не знаю, давайте пробовать. Ну, прям шайтан машин.
Так, нанесите штамп. Значит, тут у нас такая вот, еще забыла вам показать. Такая вот подводочка. И тонкая может быть, и толстая, да. То есть, как хочется. Такой вот он, прям маркер. Толстенный, видите. Интересный, черный. Так. Угу. 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 Я так понимаю, глаз нужно расслабить. Вот он у меня в расслабленном виде. Закрыть и расслабить. И вот от самого основания штампануть. Стрелочка получилась не к низу. Маленькая, аккуратненькая. И значит, потом мы штампик закрываем. И открываем вот это дело. Да? И начинаем уже докрашивать, прокрашивать стрелку. Как оно нужно. Я надеюсь, это видно вам. Угу. Ну, слушайте, как-то вот так, меньше чем за минуту у меня есть стрелка. Угу. Ну, прикольно. Реально прикольно. Так, чуть-чуть отпечаталось. Нужно было подождать, пока она высохнет. Да, я не дождалась. Ну, что поделаешь? Ну, вот не дождалась. Ну, еще мне же ресничку, да, прорисовать нужно, да, тут. Не совсем прорисовано, но одной рукой мне не прорисовать, потому что я одно зеркало держу. Ну вот как-то так. Можно, конечно, сделать пониже. Давайте попробуем вторую стрелочку сделать пониже. Так, это вот так. Значит, ну я когда расслабляюсь, она и так у меня, видите, сильно очень попреломляется, поэтому не знаю, получится ли ниже. Как бы вот если так, то у меня совсем, наверное, глаз повянет. Угу. Тут можно подтереть. Это все ерунда. Самое главное. Так, пониже мне не получилось. У меня получилось почему-то ввысь. Хотела по другим углом стрелочку нарисовать. Ну, то есть и дорисовываю. Так, и лишнее потом убираем. Так, ну вот нижнее убрала, да, то есть просто вот ватной палочкой, смученной в мицеллярочке, да. Ой, но сложно, конечно, на первый раз, честно, делать. Реально сложно, да, то есть, ну, вот это вот, конечно, у меня, видите, все равно получилось ломаное. Вот я думаю, если ее штампануть в бок, ну, тут, конечно, будет стрелка на стрелке, но ради просто, ради эксперимента, вот если ее чуть ниже делать и потом излишки убирать, а остальное уже все протянуто получается, да. Вот, кстати, мицеллярная водичка, моя гиалуроника 2819. Вот так вот пониже делать штампик, да, получается. Можно еще тут консилером немножко подобрать. Ну вот если пониже делать, то действительно намного лучше получается. Вот. Как бы великолепно, да? Нормально. Просто я ее уж очень высоко, вот эту вот стрелку, высокую, я ее очень высоко увела. Ее бы хотелось бы убрать. Как вы видите, убирается легко вместе с тенями, но тени потом можно и подправить. Ничего страшного в этом нет. Можно вообще сначала нанести саму подводку, да, то есть потоньше, потолще, как хочется. Вот, а потом уже сами тени. В общем, девочки, как могла, показала. Для меня это тоже
впервые в жизни. Я такой штукой-дрюкой никогда не пользовалась, конечно. Очень такая тяжелая стрелка получается, да, большая. Ну и тенюшечки поправить. Ну, в принципе, вот как оно издалека, да, как тонкая стрелочка получается, такая вот. И вот это вот потолще, пониже. Тоже неплохой вариант. Но также ей можно и обычные стрелки делать, да, докуда вам хочется. Можно даже вот глазик расслабили, да, то есть и посмотрели. Но я обычно так ее и делаю, только вот не такую, конечно, толстую. Да, вот вам два разных варианта, разных стрелочек. Да, какой лучше? Не считая попорченных теней, какой лучше? Зато все по-честному, да? Вот, ну, интересно, конечно, да. Ну, прикольно. Можно этим делом пользоваться. Это непривычно, но самое главное штампануть с обеих сторон одинаково еще, да. То есть вот это важный такой момент, с обеих сторон одинаково. И еще ведь у нас есть вот эти вот патчи, которых, а у меня их уже нету, да. Да, то есть, ну, были патчи, которые можно таким образом приклеить, получается, да, под глазик, расслабить, нанести тень и все. И вот оставалось только их так убрать и низ подкрасить. И, в принципе, все было нормально. Вот как-то так. Тут все равно надо черным дополнять или еще делать тоньше, подубирать. Ну, тут уже как решите сами. То есть я тут глаз просто продолжила. А тут как вам понравится. Вот это место тоже его же можно подубрать еще. То есть убирать, в принципе, не рисовать. Много у кого действительно стрелочки не получаются. И давайте попробуем аккуратненько. Но потоньше тоже можно сделать стрелочку, да, вот уже аккуратнее. На камеру очень тяжело это все делать. Я это делаю не в зеркало, а на камеру, поэтому как бы тут уже тяжелее. Угу. То есть таким вот образом, да, то есть уже полегче стрелочка пошла. Да. Интересный, конечно, вариант. Даже очень мега интересный. Обожаю все это делать. Даже больше, чем вести вебинары по бизнесу. Да, прикольные новинки. Сейчас муж надо мной опять будет смеяться. Скажет, опять у тебя разные глаза, то разные тени, то разные стрелки. Ну, в общем, я думаю, вы поняли. Мне попались влажные салфетки для интимной гигиены. 2067 артикул. Давайте же попробуем стойкость. Да, то есть, ну, довольно таки стойкие, но смываются хорошо, потому что они были нанесены на крем, да, не забывайте, когда что-то нанесено на крем, оно, конечно, лучше смывается, да. Проще вот так даже тени убрать, мне не нравится, да, ну что ж, хорошо. Прикольно, конечно, штука, но к ней тоже нужно приноровиться, как бы, да, то есть стрелки можно различные, да, делать, какие хочется, это тоже как бы, ну, не так и просто, но, на мой взгляд, мое личное мнение, ну, если вы обычную межресничку красите, конечно, это вам ни к чему, а вот если вы мечтаете о стрелках, это очень даже неплохой вариант, чтобы научиться штамповать одинаково, мне кажется, вообще классно. Да уж, очень интересная новинка, прям удивили. В общем, дальше лучше. Борьба с кашлем. Это просто круто. До этого мы брали Бронхолюкс в одной сетевой тоже компании. Нам очень нравился по совету моего врача. Мой врач вообще много что советует, но в основном она сидит на, конечно же, Молекула Форс от Фаберлик. Именно на Молекула Форс. И тут я вижу вот такую штуку. Борьба с кашлем. Бронха Форте. Он обладает противовоспалительными бактерицидными свойствами, укрепляет легкие бронхи в период простуд, содержит экстракты листьев мати мачехи, цветов чабрица, тимьяна, корня имбиря, листьев эвкалипта, семян черного тмина с артикулом 158-12. Ну что ж, будем пробовать. Так, где-то я уже его открывала. Да, то есть он вот такой на масляных экстрактах. Ура, ура, будем принимать с превеликим удовольствием. Осталось спросить до или после еды, потому что, в принципе, компания не имеет права писать до или после еды, а мы имеем право сказать, да, то есть посоветовать, что советует мой врач, нутрициолог-диетолог. С артикулом 158-12 он идет так, способ употребления взрослым по 2 капсулы в день, запивая стаканом воды. Не написано до или после, а вот я сейчас спрошу своего врача, позвоню прям.
Я ведь дозвонилась, она мне сказала минут за 10 до еды по 2 капсулки пить. Ну, посмотрим, протестируем, пока никто у нас, слава богу, не кашляет, все хорошо. Но срок пусть стоят, хлеба не просят. Срок у них, я посмотрела, большой, до 12 года, 25-го. Ой, до 12 месяца, аж 25-го года, поэтому почему бы нет. Также имеют сертификат халяль, поэтому все здорово и замечательно. Еще новинки. Во-первых, скатерть, которая мне по ходу дела не пришла. Ее в наличии не было для випов, но пришел такой вот фартук лаванда 60/70, 100% хлопок. Да, то есть вот он так выглядит в каталоге. Вот он у меня в руках. Давайте просто посмотрим на ткань. Ткань обычная, прикольная. Вот. С такими тут рисуночками еще беленькими. Что-то такое вот все утонченное. Не регулируется вверху, да, мало-велико, не волнует. Да, ну и завязочки такие вот. Обычные двухсторонние. Ну, слушайте, прикольный такой, хорошенький. Довольно так и плотная, грубая такая ткань. Такой, в принципе, и надо, чтобы жирные пятна остались на фартуке, а не на одежде. Вот, в принципе, все хорошо, все здорово. Мне нравится. Хороший такой, добротный такой фартучек. Очень красивые сердечки на нем в виде цветов, да, в виде лаванды. В общем-то, красиво. Дальше. Вот такая красота. Так, это у нас, получается, прихваточки. Тоже в лиловых оттенках. Набор прихваток. Клетка 2 штуки. 18/18. 100% хлопок. Ну, тоже обычные, стандартные. Такие всегда и были. То есть, ну, хватит что-то горячее взять быстро. Быстро. Если вот из духовки, то, конечно, это быстро. Вот. Они не такие прям супер от горячего. Прям помогут. А тут надо что-то вот такое. Поосторожнее, побыстрее. То есть, я взяла несколько наборов. Их очень удобно. Как вам даже сказать, очень удобно их распихивать по подарочкам, да, там раз, всего побольше. Мне нравится, когда всего побольше. Ну и далее вафельное полотенце, это лаванда и клетка. Полотенце прям реально прям вафельные. Я такие полотенца прям люблю, они очень хорошо отстирываются. Значит, у лаванды 910-525, я их взяла побольше, потому что хочу на кухне поменять, заменить. То есть вот такие вот они хорошенькие, тут аннотация, да, кухонное полотенце. 45/60, то есть как за ним ухаживать. Ну, это обычный хлопок. Обычный хлопок такой, нормальный вафельный хлопок. Да уж, посмеяться хоть немножко. Так, ну и предпоследние остались футболки из автозаказа. Тоже они у меня считаются новинками канала. Вот такое вот еще одно вафельное полотенце. Это уже клетка с артикулом 910-526. Так, а размер у них 45/60 у всех. Тоже такое качественное одностороннее полотенчико. Тоже такое прикольное. Жалко, что нету висюльки. Вот это единственное, что жаль, но оно и так, в принципе, нормально вешается. Мы раньше пришивали, потом надоело, не стали пришивать. Вот, такая красота. Дальше, смотрите, тут еще в конце я увидела такие вот новиночки клевые, классные, когда вообще изучала, листала каталог. Это вот такие мужские футболки. Их в наличии не было для VIP-консультантов. И вот такие вот кофты, их тоже не было в наличии. Но мы будем все кофты заказывать, поэтому все равно мы вам рано или поздно их покажем, как бы, ну, пока вот так вот у нас получается. Но, наконец-то, из автозаказа мне пришли футболки. Я заказала одну 2XL и одну XL, да, то есть вот они у меня красные и черные. Вот их цена, стоимость, пожалуйста, посмотрите. Эти я вам показывала уже на Юляшке-племяшке. Правда, еще обзор не выпустила. А вот эти вот только-только еще пришли. Тоже очень-очень интересные. Черная с очень красивой надписью оказалась. Футболка с сердцем, артикул 870-547. Так, 870-547. Такая вот красота. Просто любить. Вот хочу попробовать 2XL, может, и мужу подойдет. Но, наверное, не будет сердечком носить. Видите, какое классное сердечко. Просто любить. Ну, шикарно, шикарно. Да, то есть, а красная футболочка, она, конечно, уже проще простого, обычная. Вот я думаю, тут мы скоро поедем в баню. Вот, думаю, вот такое на себя надеть. Очень даже прикольно. Маленькое такое сердечко. Да, очень понравилось качество футболок, плотное, хорошее. Что расстроило, тут нету антирастяжечки, то есть очень-очень нежный ворот. И тут вообще очень нежная ткань вставлена. Я надеюсь, что в обычной машинке на деликатную стирку оно не растянется потом, да, то есть вот это вот не пойдет вот такими штучками-дрючками. Но, если что, увидите в пустышках быстро. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кунова Аня, VIP-новинки. До встречи с вами в новых видео!